Здрасте, добро пожаловать на сайт Play Channel. Меня зовут Алекс. Мы продолжаем проходить Metro Last Light. В прошлой серии мы добрались все-таки до церкви, победили мать всех креветок, мать всея креветок. Вот. Встретились с Аней в церкви, попали, как это сказать, на удочку к Лесницкому. Он нас все-таки облапошил, потому что у нас же в метро есть такая привычка двери-то, блядь, на стук открывать. Похуй, даже если пароль неправильный, говорит, пароль старый. Да, давай откроем, может, забыли, да? Пароль-то поменяли. Ну, у них есть тут такое, да, что в первой части было так в самом начале, типа, как это, монстры, говорит, не стучатся. Ну, там хан был, да. Что здесь, блядь, да, давай дверь откроем. Вот, сейчас мы в катакомбах. Продвигаемся за Ленсницким, за Аней больше. Сейчас мы тут должны медведицу встретить. Я не помню, должны ли мы ее здесь убить. По-моему, она еще нам должна... Или не медведица. Подожди, медведица же на Красной площади должна быть. Я вот сейчас только вспоминаю, что мы здесь, по-моему... Либо мы ее здесь не убиваем. Она нас потом будет преследовать еще на Красной. За нами будет бежать. Либо, по-моему, здесь не та медведица будет. По-моему, здесь не медведица. По-моему, здесь вот эта вот... мать вот этих свиней. Вот этих вот. То стража, а это вот хрень как называется. Блять, они мышечные, пипец. Смотри, какая ореха. Одни мышцы, ни капли жира, блядь. Все в мышцах. Ну как это поебать тут называется? Вот тут же нет бастиария или что-то подобного, чтобы где-то прочитать все это, блядь. Как это вот все, сука, вот эта живность, блядь, называется. Я так сказал бы, если бастиарий был. Я прочитал бы и все. Нет, блядь, я запоминать должен, как это. Я вот стражи-то вот. Второй часть к середине запомнил, блядь. И то не уверен, что стража это стража. Химер запомнил, не химер. Как они, блядь? Не химеры они. Да как, прости, тут зовут, блядь, не химера, а как? Химера, химера, химера. Химера это не химера. Химера, а рядышком с химерой это... Да похуй. А вспомни, блядь. Пойдем дальше. Надо рубыша взять. Химера, не химера. Как же, я сейчас не успокоюсь, пока не вспомню. Да. Тихо там орать. Вот что-то ходит, что-то крупное. Мы же должны его как-то где-то увидеть, нет, да? Был же момент какой-то, да, мы в щелочку должны посмотреть. Там вот поебот. По-моему, здесь медведица будет. Только мы ее здесь не убьем, потому что она же еще где-то должна быть. Она еще где-то нам должна путь преграждать. Или я что-то путаю. Или как раз-таки уже был момент, когда она нам путь преграждала. А мы ее сейчас тут хлопнем. Сюжет сейчас посмотрим. Чего? Тихо, 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 стой. Я помню, тут надо вот спрятаться, вот так вот выключиться. Ага, и никого не трогать, никого не убивать. Они сейчас пробегут своей дорогой, и все, и мы их отпустим. Кикимора, химера, кикимора. Вот, все, я помню, вот кикимору. Стражи, демоны. Кто еще? О, опять засвет белый. А почему? Типа вообще никого, что ли, не убили? Не знаю, почему сейчас белый засвет был. Или мы что-то тут... Толковые. Не знаю, даже. Поджечь. Обязательно. Все надо поджигать. Неизвестно, как куда отступать-то будем. Каждый факел поджигать. Я каждый раз, в каждой игре, вот, мне эти жалобы происходят. По типу, вот почему нельзя было продумать, что я могу просто фонарик взять, не тащить с собой... зажигалку, да, которая вот, ну она же, блядь, она же конечная, да, она же не вечная, это же не какое-то вечное огниво. Вот неужели так сложно было проработать, чтобы Артём, поняв, что здесь не работает в некоторых местах фонарик и не работает ПНВ, вот чё он просто не снял этот факел? Это же было бы логично, это было бы правильно. Всё, он бы снял факел, бы зажёг бы его, мы с факелом бы шли. Я понимаю, в плане разработки это, наверное, еще тот пиздец, блядь. С факелами-то вообще еще там целая беда. Но упущенница. Прям вот упущенница. Вот так вот. Ну, я не то, что прям как бы жалуюсь, накладываю на игру, прям говно на вентилятор накидываю. Нет. А так чисто... Чисто как это сказать? Легкая претензия такая. Ничего, думаю, сложного такого не было бы. Прям просто задуматься над этим. Вы же продумывали, что здесь какая-то аномалия, что здесь не работают фонарики. Ни ПМВ не работают. Вы придумали зажигалку.
Артём в руках носит вечную зажигалку, которая постоянно горит, блядь. Никак мы ее не заряжаем. Опять же продумали, что мы заряжаем фонарик. У нас динамка есть, да? Мы ее запускаем, блядь. Ну тогда бы доложили бы какой-нибудь... Типа как заряжать зажигалку. А как ее можно заряжать? Ну не знаю, там бензоль бы он находил. Типа как ты ее подзаправлял. Ну такие моменты, знаешь. Раз продумали факелы, значит надо продумывать, что можно его таскать с собой. Взял факел и пошел с ним. Если вот факел есть, если я могу что-то поджечь с зажигалкой, да, есть контакт с окружением. Значит, ничего сложного прописать на настройках, чтобы мы могли этот факел с собой брать. О, пиздец, все. Я уж не знаю, как вам. У меня тьма кромешная. Как... Ну, в общем, очень сильно. Тихо. Знать бы хоть куда стрелять, блядь, если что. А может мы тут хотя бы Ван Хельсинг найдем? Что тут вечно какой-то белый засвет? За что мне его дают-то? О, сохраненочка, это хорошо. Это зашиби. Я вспомнил. Тут какой-то момент. Тут надо все... вот эти штуки все зажечь надо. Тут ходит. Где кто-то идет? О. Блять. Ножки затряслись аж. Вот. Главное, по-моему, ни до кого не дотронуться сейчас. Их только краем глаза можно увидеть. Я пока никого не вижу. По-моему, если зажечь вот тут все вот эти молитвенники, или как они называются? Ну что-то типа того, да? Блять, где? А вот все, поднял. То, по-моему, на нас медведица не так сильно кинется. И нет, возможность пропустить медведицы здесь нет. Я не помню такого, чтобы мы просто мимо нее прошли. Помню, бой у нас с ней был очень короткий. Прям быстрый. 6 секунд, и она убежала. Вот это я помню. Так, чтобы вообще мы миновали ее. Вот этого не помню, хоть убей. Но что-то с этими молевниками, что-то с этими вот свечками, что-то здесь с этим связано. И... Тут я даже не скажу, что я не помню. Я не знаю, как вот эта штука называется. Я буду ее называть молевниками. Ну, тут за здравие, за упокой ставят. Как эта штука называется? Дяк, ты тут? Нет. Так я бы спросил бы. Но тут, по-моему, еще есть аномалия. Кругаля можно ходить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, летучки. Вы еще будете меня пугать. Сейчас бы еще как Джим Керри-то убежать. Вот так вот с этой с летучей мышью на голове-то. Спасите! Из пещеры вылететь, блядь. О, электричество дали. Все, говорит, электричество дали. Кина не будет. Доедает. Своего же, наверное, доедает. Нет, не своего. Мы можем тихонечко подкрасться, по-моему. И оно само уйдет. О, смотри, она его кушает. Смотри, не уходит. А давай не пойдем к нему. А что он нам сделал? Ничего плохого нам не сделал, правильно? Нахуй ему отрубать. Вот это вот мы зажили, не мы зажили. Мы воротайку сделали. Мы обернулись. Вот факел только я поджигаю. Еще один не поджег, надо поджечь. Да. Мы вернулись взад. Нам надо, значит, это опять тут пройти. Вот, я же говорил, тут не аномалия, а тут заплутать можно. Помню, как-то проходил я. Ой, как я долго здесь, блять, валандался по этим туннелям-то, по этим катакомбам-то. Пиздец, я полтора часа, по-моему, здесь лазил, пока выход искал. Тихо, подожди, сейчас.
Где? Чего, чего, чего? А чего? Доебалось уже, все? Не ходи за мной, больше никто. Да? Это она же, да? Да. И она за мной пошла. Нет, я так много патронов не трачу, чтобы это постоянно у вас патроны забирать. Я пока дробовик не буду использовать. Потому что дробаш-то еще нужен. Артем, не надо вот никогда убирать больше зажигалку. Вообще больше никогда не убирай зажигалку. Да-да-да-да-да-да, я только хотел об этом сказать, что сейчас, блядь, заберет труп-то. А потом подумал, что это не здесь. Что он типа так висит, что не здесь он его заберет. Нет, все-таки здесь. Чуть не усекались. Со страху-то, блядь. Подожди, это не единственный молебник. По-моему, еще же должен быть. Страненочка. Это хорошо. Или это единственный? Нет, не может такого быть. Это я вот тут просто кругаля бегал. Вот так вот. Вот так вот. Просто кругаля бегал. А мне надо было просто вперед пойти? Вот. Или просто не здесь? Скорее всего, не здесь. Скорее всего, дальше будет еще один такой же. Стойте. Не торопите меня. Не подгоняйте меня, не думайте об этом даже ни разу. Я хочу здесь все прочекать. Потому что... Ну, что, хотите сказать, что это небольшая медведь царит? Чего? Покоились. Ребзя. Да вы чего, блядь? Я ж вас не трогал. Ух, блядь. Перепрыгни через них, через всех, Артём. Давай. Отстань. Отойди. Даже не думай об этом. Блядь. Да как? Да подожди, ты что, блядь, мне на спину сел, что ли? Суки. Сейчас, Артём, я выучусь. Подожди. Отстаньте. Да блять. Все? Нет. То, что она наорала, то они на меня напали, это я понял. А почему нельзя было спрятаться? В прошлый раз мы спрятались. Отстань, блядь. Да ёб твою мать, ну какие бессмертные стали. Какого уровня у меня сложность? Пиздец какой-то, блядь. Не, ну ты посмотри на них. Ну, суки. Сейчас, подождите, я нормально усядусь. Сейчас. Кресло еще не ездит нихера. Разозлили папку-то, сейчас он вам устроит, блядь. Все нормально там? Я хоть включил запись-то, да? Не проверил. Ишь, ты чего они, блядь, это моя тень. Я немного что-то струханул что-то, ли, блядь. Дожгите мне зажигалочку. Ишь, ты чего они удумали-то, блядь, бессмертие они включили. С дробыша-то, блядь, с одного выстрела в голову они не умирают. Воюем. Так, получается, мы здесь все, да? Пролутаться здесь больше негде. Интерактив мы пережили за один раз. А, ну ладно, тогда пойдем дальше. То ли их мамка будет здесь, не медведица сама. Что, медведь с медвежатами, по-моему, здесь реально на Красной площади. Я, честно сказать, настолько прям я... Выключу. Сейчас не обязательно фонарик держать. С кем-то они стреляют. Что это за катакомб? Ну это же, да, есть же такая теория, что под Москвой есть прям второй город. И вот он, типа, вот такой вот. Времен еще царя Гороха, блядь. Ну, по факту, кто его знает? Может быть. Откуда мы знаем? Мы были там, не были там, мы видели, не видели. Чего не видел, того не знаю, правильно? Есть же такая вот? Есть. Может, какие-нибудь есть.
Вот такие к такому. Че бы нет, блядь. Курган же есть везде. Не то, что я верю в это. Ну просто как. Есть, есть, нет, нет. Какая разница? Поехали. А что там? А то веришь, веришь, не веришь, блядь. Мы, кстати, сейчас спрыгнем, и больше мы туда никуда не попадем отсюда. Кстати, давно ни одного журнальчика не находил. В натуре, блядь, вот. Вообще же ни одного. Ну, здесь опасно, блядь. О, сохраненочка. Это замечательно. А вот ступеньки. Блядь, а я думаю, куда идти-то? А вот там доедают, слышь, по звуку, прям. Приятного аппетита, прям. Нападешь? Конечно, блядь, чё бы не напасть-то. Самое интересное, что видно, что они, видишь, ну, отлетают от дробыша-то. Чего это было? Что-то взорвалось. А, нет! Тут летучка ебаная. Вон она. Звуковой волной своей херачит. Еще одна, по-моему, да. Стой, стой, не прыгай. Да подожди, подожди, угомонись. Да, да я тебя убью. Вот, блядь, все. То ли я косил, блядь, окончательно, то ли... Они стали более злыми. Хер его знает, не знаю. Что-то мне это не нравится. Раньше как-то они легче убивались. Хотя на легких уровнях никогда не проходил. Средний. Изредка, когда на хардах хуярил. А так чаще всего на среднем. Или я сейчас это не в настроении. Попризничаю такой, прям сижу. Хочу играть. Я только не понимаю, нахуй я лутаю. Я этот. О! Вот! Нет! Не-не-не, я не его ищу. Я Хельсинг ищу. Я в первой части его. Блять. В первую часть его пропустил. Не нашел. Сейчас здесь стрелы были. По-моему, это единственная здесь точка, где можно Хельсинг найти. Нельзя пройти. Ну, это арбалет, который... Арбалет, пулемет. Пулемет, арбалет. Как оно называется? Где-то я такое слышал, что во второй части Хельсинг можно найти только на уровне подземелья вот этого. Больше, в принципе, его нигде не найдешь. Стрелы мы нашли. Сколько у нас их? Вон 5 штук. А это никак не... Или это 5 штук стрел к глухарю. Тоже была такая тема, что там как надо переключаться на глухарь. Че, где-то рядышком, что ли, орешь? Не-не-не, я пока туда не пойду. А че туда не пойду? Мы там все пролутали, все подожгли, все. Нам теперь только сюда. Да? А я что-то не хочу сюда падать. Я ж оттуда не вернусь потом. Не жди меня, мама, хорошего сына. Я вспомнил всю эту песенку. Не жди меня, мама, хорошего сына. Меня засосала опасная трясина. А можно я вам сразу же подарочек кину? Знаете, суки. Я разве... Подожди! Стой! Стой, 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 я не готов. Артём, перезаряжайся, ёперный театр. Ты чё, останавливаешься? Ну... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, сейчас вот сюда я спрячусь. Шел вон. Шел вон с дороги. Суки, суки, надоедливые. Лучше зажигалку взять. На свет божий вышли, твари. На тебе, скотина. Еще есть желающие? Тварь. Такое ощущение, что после последнего обновления у них появилась какая-то прям это. Ну с ними даже как-то поинтереснее стало воевать. Раньше помню, не как-то, ну, да и бегать не надо было так. Стрелял, пострелял, пошугал, блядь, они разбежались. Побольше уворачивайся, побольше стреляй и все. Сейчас они как-то, блядь, прям прыгают. Или я правда давно не играл. Я последнюю вторую часть прыгал. Я, блядь, ебу, когда я последний раз, ну когда-то проходил. Но они правда они стали намного интереснее. Как-то они прям так это щекочут. Прям даже нервишки подымают.
Так, смотри. Это мы сейчас вниз дальше поедем, да? На маховик намотало, блядь. Но нам это не помешает здесь спуститься-то? Неужели там единственный малютник этот был? А я помню, по трем таким бегал. Ну, в одном зажгешь, потом во второй пойдешь зажгешь, третий зажгешь, и там засвет получаешь. И что-то это, по-моему, дает. Или ачивку какую-то дает. Или, правда, медведицу ослабляет. Если тут медведица. А что не крутится ничего? Иди нахер! Нахер! Нахер я, блядь, запустил! Зачем? Надо было сразу же... Надо было клеймер поставить, потом запускать. Где, блядь? Вышли все наружу. Вышли из сумрака. Мракобесы, блядь. И сзади. Встань. Шел вон. Отъебись. Не разговаривай со мной так. Не смей, блядь, прыгать на меня. Рожа протокольная. Какие серьезные противники-то, блядь. Все, готов. Есть. Есть. Подожди. В сторону. Уйди. Суки, зажали, блядь. Артем, перезаряжайся. В угол зажали. Не-а. Хер угадали. На, блядь. Хуи! Чего ты не сгорел-то? Стой, 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 стой. Где? Где иди сюда? Блять! Угол! Ой-ой-ой! Гори-гори-гори-гори-гори! На тебе еще раз, блять, раз тебе мало. Все. Да блять! Суки! Немало их тут, смотри. А вот какой-то валяется автоматик-то. Нахуй мне нужен этот ублюдок. Че, блядь, лучше не придумаешь. Против них еще через ублюдку воевать. Так, точно все взяли? Все, больше ничего не надо? Не, хотя с ними несложно справляться, просто как-то это. Я говорю, намного интереснее стало. Может, это правда, я там какую-то, ну, эту сложность выбрал, не то, я просто не помню. Надо зайти посмотреть. Ну, по-моему, хард взяли, но какой-то такой слабый хард. Ага, лайт хард. Так, сейчас опять не будет напрыгивать на нас. Да-да-да-да-да. Вот тут мы, наверное, должны им... Или нет? А, не помню. Я могу чай... Я успею чай попить? Ну что, реально никто не будет напрыгивать? Ох, бля. Он сидит, смотрит на меня. Подмигивает теперь. Фонариком нам мигает. Говорит, типа, он друг. Да не, чувак, ты не друг, ты труп. Отдай мне все свое. Отдай мне все, что у тебя есть. Мне все надо. Ну, больше ничего. Нет, все, пошли по мосту. Мост развалится сейчас. Да, сейчас на него что-нибудь прыгнет, и он развалится. Да? По-любому. К бабке не ходи. А мы пробежим его. Смотри, опа, наварили на болевых. Хуй ты тут пробежишь. Вот он, да. Это не медведица. Это местный вариант гонарки. Это сейчас с ним же бой будет. Угу. Вот тут его по колоннам по этим водить надо. Фонарик-то работает? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Давай, вот сюда врежься ко мне. Иди сюда. Есть. Вот еще одна. Иди. Нет, ты беги. Чего ты ходишь, что, блядь? Беги, говорю. Есть. Еще колонна. Давай, я тут. Кись. Иди. Есть. Я тут. Иди. Давай. Ну давай, не бойся. Да беги. Есть еще один. Солнышко мое, ну давай, чего ты? Я же говорил, это не это. Не медведица. Медведица в другом месте будет. Это вот... Вот этих свиней, мамка. Да я тут. Да тут я. Давай. Ну. Оп. Еще колонна. Иди. Ишь ты какой, блядь. Все, нет колонн больше.
Все, теперь только с ней. И это все? Она просто убежала? Она тут сейчас убежит и там где-то опять на нас прыгнет. Да-да-да. Вот почему я говорю, что она убежала. Собери, собери. Вот я почему зажигалку всегда достаю, почему всегда зажигаю эту гребаную паутину, блядь. Всегда, сука, будет мешаться. Опять такое, опять ублюдок. Подождите, кто-то за руку кусает. Пиздец, блядь, мошкара полетел. Так, оттуда мы пришли. Нам туда. И не все. Понимаешь, не все, блядь. Чего ты орешь? А теперь еще и с ними придется воевать. Мать моя женщина. Тихо, 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 тихо. Успокоились все, блядь, разом. Я тут. Беги сюда. Давай. Блядь. Угу. Поменьше патронов тратим. Только если вот от этих. Оп. Тихо, 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 тихо. Где она? Иди сюда. Я тут, дурында. Иди, сказал, сюда, блядь. Он ей так не... Ты, блядь. Как ей не нравится. Иди сюда. Я здесь. Чего ты? Не бойся, давай. Вот стеночка для тебя. Врежься в нее. Я, блядь. Чтоб детишки твои не мешались. Вообще все по-честному было бы. Ага. Где ты? Ой-ой-ой, сейчас нагонят. Я тут. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Молодец, умничка. Не все еще. Так, а теперь один на один. Давай. Давай, блядь, на морально-волевых. Че он на нее запрыгнул? Зачем? Блядь, куда прятаться теперь? А птичку, Артем, еби немножечко. Накати. Где чего мы не сломали? Где-то что-то не сломали. А, вот. Все, последняя колонна. Давай, иди сюда. Придурок. Давай. Пизда патрона. Все. Не вижу ее. Потерялась. Где? Потерялась я. Гадя Петрович, хреново, блядь. Вот он я. Давай, прям на меня. С разбегу. Она когда бежит, по ней стрелять не надо. Есть. Сломала? Нет, блядь. Ты сломаешь или нет? Есть. Теперь сюда. Помцумер. Я тут. Да тут я. Давай. Какой, блядь? Ты, блядь! Зажмут же, суки. Убил. Убил. Стой, так это ж не все. Она же должна была что-то последнее. А, она сама лопнет. Все, Артемка, задержи дыхание. Ну? Это мне не хватит, блядь, дыхалки-то я ж... Боль, боль, боль. Боль, боль, боль. Боль, боль, боль. Куда это нас? Держись, держись. Не надо, все. Нас мы пошли. Ничего не вижу. Да музыка какая-то громкая.
Дыши, Артём, дыши. Есть время попить. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Чёрный. Все дороги ведут в Рим. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Ой, отдышись, Артёмка, отдышись, переведи дух. На свет не иди, упадешь, сломаешь ногу. Все, вырвались мы из этого. Ее, кстати, часть вот с медведицей, с королевой-то их больше всего боялась. Я думал, мы его за раз-то не пройдем. Раз 15 будем туда-сюда, блядь, начинать. Так. Не, смотри, я здесь опять ни одного журнальчика нет. Ты видишь что-нибудь? Я вот не вижу. А мы, наверное, до хера журналов пропустили. Блять. Ну ладно. Может, какой-то замес. Может, типа специально их до этого момента, типа, нет. Понятно, нам туда. А вот тут что-то будет. Хрончик какой-нибудь, аптечка. Аптечка мне нужна, мы сейчас много потратили. Вот, кто-то полоснул, кого-то кровь носом пошла. Анюта! Анют, ты где? Сейчас, бегу, родная, бегу! Да, Артемка, залез, ты быстрее. Сложница. Пригодится для переговоров с орденом. Смотри, что в противогазе была. Если заразиться, ей хана. А дохла, ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда голову мы тебя оторвем. Я ее заберу. Ох, Лесницкий, ох ты, сука. Нет, Лесницкий, тебя мы по-любому ебнем. К бабке не ходи, блядь. Я тебе лично кишки через жопу вырву, блядь. Но не я лично, Артем, конечно же, это естественно. Так, а у нас почему фонарик не включается? Здесь тоже какая-то аномалия. Что же вы творите? Простых людей убиваете. Мы же можем их спасти. Мы же можем их спасти. Подожди. Давай поскорее, Артём. Нет. Блядь, я думал, мы можем спасти. Да, трупов здесь что-то, блядь, слишком много. Давай, значит, у нас прошлая серия вышла очень большая, там аж на 50 минут. А то здесь все равно надолго. Сейчас эту всю линию спасать. Сохранёнка уже была. Да на 50, это на 40 минут. Не будем сильно разбивать. Ну, то есть это продлевать. Сейчас я только спасу. По-моему, кто-то спасти можно будет. Да, вот, сейчас, уже... подожди секунду. Я ну, уже, похоже... Так что, слушай. Так. Красные знали про заразу. Понятное дело. Они ее и принесли. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже с огнеметами. Это они... Они больше некому. Иначе а что, у кого сомнения знали? Были? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи. Это Артемка, они. А у тебя сомнения были? Они... Вот, смотри, засвет получили. Или пройти дальше. Вот, мы уже нашли. Да нет, тут сейчас целый замес будет. Мы на следующую серию оставим. В принципе, тут осталось 10... Блять, ладно, ну давай, вот еще 10 минут и все. За 10 минут мы эту станцию не пробежим. Но на 10 минут мы ничего такого особого здесь не увидим. Ладно, ладно, все уговорил. Сейчас я немножечко пройду. Хорошо, все. Не кричи на меня. Давай только глухаря возьмем. Ох, у него там. Нет, не хватит. Надо чуть-чуть накачать. А я думал, они и так все знают, типа, что красные им заразу принесли. А Артем-то уж точно должен был знать. Мы сейчас, кстати, на картах должны на стелсах проходить эту линию. Я вот... Убей, не помню. Или как? Ну, когда эти ко мне?
Не то. Не то. Как не то? Оу. Подожди, а я почему этот не могу одеть прибор-то? ПНВ-то. Вот же он. Как ты его не берешь? Не могу ничего одеть. Фонарик работает. Я карту не могу опять взять. Странно. Ни карту, ни ПНВ одеть. Я где-то что-то потерял? Или я тут как-то специально какая-то херь? Типа не... Разговорчики рядовой. На разгрузке не хватает людей. Так что бегом за этими двумя. И чтоб через две минуты были на складе. Выполнять. Есть, товарищ лейтенант. Это они сейчас за мной пойдут? Да? Вот козел. Да, со мной сейчас пойдет. Тихо. А мы можем его прям тут это, встретить? Прям тут кнопнуть? Или подождем, пока он... Подожди, я даже прицелиться не могу. Что такое? Нет. Я даже оружие поменять не могу. А, завис. Я, блядь, даже стрельнуть не могу. Вот. Я вот говорил, надо было заканчивать. Нет, нет, пройди дальше, пройди дальше. Ну, что-то затупил, даже оружие нельзя было прицелиться. И ПНВ нельзя было одеть. Все, я перезашел, все нормально, все запустилось. Ну как, я до этого, до главного меню вышел. И все вроде от этого. Окупульнулось. Мы его сейчас тут дождемся, мы его, наверное, тут хлопнем. Не будем мы его туда отпускать далеко. Сейчас его друганы уйдут. Сейчас-то можно одеть, да. Угу. А, нет, смотри, нам так и так надо дождаться, пока он пройдет, потому что вот этот нас спалит. Если мы сразу же его снимем, тот второй нас спалит. По любасу. Можем хотя вот этого второго сначала хлопнуть. Мне кажется, там кто-то видит. Не будем рисковать. Пропустим сначала одного. Да иди ты побыстрее, а. До свидания. Видишь, что он там вглядывается еще, блядь. Разглядывает он что-то. Неглядельно, как бабка мне говорила. Неглядельно сегодня. Не казанская, вот. Не казанская. Да, покажи, не казанская. А он глядел, не просил показать. Подожди, где-то сильно эта лампочка сильно. Вот стоит горелка. Ты, Артём, твою за ногу. Вот это еще можно потушить. Я вот еще в этом, в, блядь, в ПНВ плохо ориентируюсь, не понимаю, где свет есть, где нет. Сейчас пройдет, его хлопнем. Вот вон значок в этом, в нижнем левом углу. Это понятно, это мой фонарик. Есть. Кто заметил? Там какой-то хер. Собрали. Выйдешь оттуда, нет? Во-во-во-во. А, вот это как показывается. Во. Вон, видишь? Эта лампочка не моя. Вот, это меня типа видно или не видно? Или нет, подожди. У меня фонарик-то вообще не работает. А как у меня ПНВ работает, если динамка вся разрежет? А тут, наверное, у него своя батарейка. Нет, стой. Опять что ли, блядь, что-то? Я думал, там, блядь, нет никого. Там кто-то сидит, меня еще и палит. Ё...
Чё-то я вообще за... Значит, эта лампочка указывает, светит ли на меня свет. Так получается? Ну, получается, да. А я думал, эта лампочка, это типа мой фонарик. Если я фонарик включаю, то... Есть? То, эй, чё, эй? Ничего. Ничего, блядь, я сказал. Всем, блядь, по норам сидеть. Я что начал говорить? Я в ПНВ не очень ориентируюсь на свет. Видишь, а оно мне сразу помогло. Типа вот, вот он свет. Вот эта типа лампочка загорается, когда на меня свет попадает. Вот если его нету, этого лампочки. Я привык обычно, что это не лампочка, что это глазик. Типа. Ну тут видишь, тут лампочка. А вот сейчас какой на меня свет падает? Вот откуда его? А, так это не откуда, это вот обычный, по-моему, какой-то. Хер простышь, блядь. А, все. Так, тут я все забрал, да? Сейчас главное на цирлах. Вообще по стелсу пойдем. Блядь, чтоб мне это... Комар мухи носа не подточил. Один? Не факт. Все. Не все. Все. Главное, чтобы шухер не подняли. Всех уработал. Да, по-моему, всех. Все, можно фонарик включать и... Это... Забрало подымать. Вот в эту дверь нам. Вроде бы. А можно было как-то вот так пройти. Можно же было их не убивать. А что значит не убивать? Я не понимаю. Они враги или не враги? Вообще-то не враги. Вообще-то да, они вообще-то не враги. А я все равно белый засвет получил. Не черный. Типа я что-то нормально сделал. А как бы я сюда попал, кроме как он не там? Типа я бы никак все равно не обошел-то или как тут? Нет, есть. Вот тут можно было пролезть. Угу. Все, я все понял. Так, это пустой. Вот тут еще можно было проползти, пройтись. Это тоже пустой. Револьверчик. Да нахер он мне нужен, блядь. Был бы какой смысл еще от него. Тут тоже ничего нет. Артем, заберись, пожалуйста, схватись за лестницу. Будь человеком, блядь, Васечкин. Нет, нихуя. Тоже нихера нету. Скудненько как-то на хабар стало у вас, товарищи, блядь. Вообще ничего нету. Че ты хоть ищешь-то? Ну, не знаю, хоть что. Вот все же. Мы лутаемся или не лутаемся? В принципе, мне и не надо. Я... 2400. Все, что надо купить, можно. А вот кому-то еще стреляют. Не, мне по-любому в эту дверь. В темноте зайдем. Вот так. По красоте, блядь. Тихонечко, наци... Одеть маску. Ты в меня уже чем-то кидаешь? Хуясь три диска, хуевшая, блядь. Как ты так-то, блядь? Или он не в меня хотел кинуть? Ну, а, то, а как меня можно было спалить? Я только зашел. Уйди. Так и простыть недолго. Заметил, что ли? Уйди. Стой. Подождите. Я говорю, совершенно непонятно, вот где меня видно, где... Где меня, блядь, не видно. Чё не понимаю? Уже тревогу подняли как-то, блядь. Каким-то образом. Вот он, Ван Хельсинг-то этот, Хельсинг. Надо взять. Только на что поменять? На глухаря? Да глухарь поинтереснее будет. Ладно, давай хоть попробуем.
Я ни разу с Хельсинга не стрелял. Ни в первый, ни во второй. Я даже не знал, что он здесь. Как, блядь, меня спалили? Так, надо поднять. Я не могу так. Да фу! Сейчас можно включить. А я через это не попаду, да? Как долбит. Блять, не зарядил! Твою мать! Был зарядить сразу. Суки! Идите в жопу! Кого ты там зовешь? Те свои же стреляют. Нахуй. О, с людьми покупай это. Иди. Попроще. Ты пизделся, блядь. Ну, это уже 47 минут. Ну, говорил же, ничего толком не увидим. Ладно, пошли по-тихому. А не, что по-тихому? Давай вот тут вот закончим как раз-таки. Вот у нас будет точка. Конкретная, хотел сказать. Угроза ввиду вирусной эпидемии. Биологическая угроза вирусной эпидемии. Вся нужная и полезная информация находится в описании под видео. Подписывайся, комментируй, ставь лайки. Не забывай про колокольчик. Пока.